В воскресенье глава МИД Германии Гидо Вестервелле провел переговоры со своим греческим коллегой Ставросом Димасом. На встрече в Афинах Вестервелле выразил надежду на то, что Греция сможет достичь соглашения с частными инвесторами о добровольном обмене греческих бондов. Несколькими днями ранее держатели греческих долговых бумаг приостановили переговоры по этому вопросу. Обсуждение по обмену облигаций сложное, но с позитивным настроем они достигнут хорошего результата. Очень важно реально подходить к переговорам и пакетам помощи. Схема участия частных кредиторов в облегчении долга Афин была утверждена на саммите в Брюсселе в конце октября прошлого года. В случае ее успешного применения госдолг Греции уже к 2020 году должен сократиться до 120% ВВП. Облигационный своп также является условием для получения страной очередного транша финансовой помощи от ЕС и МВФ.